Чувашии увеличилось количество пожаров из-за пала сухой травы и сжигания мусора. Виновных привлекают к административной ответственности. Только за прошлую неделю оштрафовали 16 человек. В Государственном комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям призывают жителей соблюдать правила безопасности. У нас уже есть 2 случая гибели из-за пала травы. Правда, пока правоохранительные органы занимаются, это предварительно. И 3 случая получения ожогов тоже по этой же причине. Такого у нас не было уже давно. Поэтому хотелось бы, вот убедительная просьба к жителям Чувашской республики, тем более погодные условия нынче такие, что трава сухая, почва сухая, ни в коем разе не сжигать мусор, сухую траву на территории у себя, в огороде, на дачном участке, сельхозтоваропроизводители, ни в коем разе не производить пал травы без принятия соответствующих мер, то есть опашка, вода, контроль и все остальное. В Красночитайском районе только из-за одного случая сжигания мусора сгорели 5 дачных домиков. С 1 мая в республике вводится особый противопожарный режим. В регионе ограничат посещение лесов и запретят разводить костры.